Друзі, всім привіт! На що треба бути готовим, на що треба розраховувати, коли купуєш автомобіль по низу ринку? Сьогодні ми покажемо на прикладі Volkswagen Touareg, той, що 12-го року, той, що вже 8-ступеневий, але 4.2 турбодізель. Самий мощний, що є з лінійки Touareg. Дуже знайома ситуація. Є кошти на 3-літровий Touareg. От-от-от, вже вони є. Але тут з'являється 4.2. І дуже хочеться купити собі 4.2. І тут міркуєш, а вдруг повезе? Насправді в цей день ніхто нічого не збирався знімати. Я в той момент їздив до хлопців на Ойлер. До речі, у нас тепер є нове партнерське СТО Ойлер, це велика сітка. І все, що ми радимо, вони вам чудово зроблять. Але про це в наступних відео. Так от, повертаюся з Ойлера, виходжу і тут глаз чіпляється за V8. Ну ви знаєте мою любов до V8. І я зупинився. Валентин спочатку просто знімав, а я зупинився, і тут це почалось. Ні, ну то, що він не кривий, отак от сходу, то це факт. Я скажу так, він доглянутий. Ну, виходить, п***ть, як я говорив. Я до того, що зроблено, плюс-мінус тут. Я не можу сказати, що це... Сторона плохо зробила. Просто мені просто зазнати малярку, щоб його нормально пересобрали, і заплатити немного дій. Ну, нормально пересобрали, это, во-первых, уже много времени, уже это не дешево. Пересобрали это, заново выставили, а так как они начинают выставлять... А, то есть, я понял. Спочатку я поспілкувався з продавцем. Справа в тому, що колись ми заочно знайомі з цим хлопцем. Я розкажу ситуацію. До війни я шукав СТО, я шукав партнерські СТО, і нам треба було знайти тих людей, хто може відповідати за свої дії. І такий хлопчина знайшовся, але потім почалась війна, потім я змінив номер телефону, і його контакт у мене зник, ну тобто я його загубив. Потім ми розспілкувалися, я згадав, що він мені писав, він запропонував приїхати до себе на СТО. Так от, заочно ми знайомі, і я точно розумію, що цей хлопчина, він розбирається в автомобілях. Він розуміє, що він там зробив, скільки це коштує, скільки він туди засунув, він розуміє недоліки цього автомобіля. Я до чого це все розповідаю? От хлопчина мав би знати, що він продає за ці кошти. Добрый день, смотрим автомобиль, Touareg 4.2, значит по нему в принципе видно, что вся морда крашеная, похоже дверь крашеная, здесь под вопросом, крышка багажника под вопросом у нас, то что вижу, и по этой стороне, по передней двери есть момент, начнем с крыши, наверное, 119 здесь хорошо, есть сколы, небольшое количество, стекло у нас меняное, акустическое, стойки у нас 114, здесь у нас все отлично, дверь передняя, правая рихтованная металлизированная шпаклевка. То есть двери хорошо доставалось с той стороны. Здесь зазор нормальный. Накладки у нас стоят на месте, в принципе. Здесь у нас накладки хорошо. Большая щель здесь по крылу. Крыло ржавое под замену. 156, 143, 128. Здесь оно крашеное, китайское, возможно. Ручка, в принципе, не сильно болтается. По двери типа хорошо. Здесь уже вот протерлось. Видно, где переход делался, вот граница видна. Уплотнителя у нас здесь не вижу, крыло видно, что крутилось. Ну и стойка красилась вот вместе с этим уплотнителем, там вот красочка виднеется. Сиденье у нас, поддержка еще нормальная, вентиляция у нас имеется, здесь хорошо. Здесь вот тоже подперешито, наверное, не наверное, 100%. Здесь вот мне что-то не нравится как-то. Торпеда проверим. Под вопросом торпеда, потому что значок как-то вздебрился. Есть ощущение, что и доставалось хорошо. Дверь задняя 128. Тут нормально. Ну и следов того, что тут как бы разбиралось, вообще не видно. Дверь не трогалась.
Здесь у нас сиденья, конечно, чуть просиженные, детские кресла стояли. И потолок у нас нормальный, единственная накладка почему-то отпадает. Прям отлетевшая. Ремень отрабатывает хорошо. Крыло заднее здесь у нас хорошо. Тут нормально. Крышка багажника не по зазорам стоит. Выхлоп у нас такой. Посмотрим насажу. Крышка багажника 100. Как-то она так 109. Типа в родне. Здесь вот, конечно, чуть фонарь не на месте. Он оригинальный хоть? Не вижу. Мотор со скрипом открывается. То есть скоро надо будет менять. Амортизаторы скрипят. 73. 78. Похоже на оригинальный, но почему-то ремонтировалось. Да, менялось он. Здесь у нас тоже стоит все на месте. Здесь у нас тоже похоже на родное, но это посмотрим с подъемника. Дальше. Здесь у нас все это отрабатывает, да? Нет. Не отрабатывает. 47. 166. Крашеное заднее крыло. 166, 156. Прикрасили резинку всю вот эту вот. Здесь вот красили, получается, подзачухали молдинг. Ну, подзатерли наждачкой. Что-то вообще голая дверь. То есть она менялась, скорее всего. И покрасили в один слой. Накладка не на месте, что-то все болтается, топорщится. Тут у нас вот отваливалось, уже что-то подковыривали. Ого, тут у нас рихтованное. Вот оно 700. 770, 800, да, здесь была вмята порог, ну и дверь тоже была мята, я так понимаю, здесь новую поставили. Ну, понятно, здесь все крутилось, здесь тоже видно петли крученные, здесь и здесь, и здесь, везде. Здесь вот так вот, вот это место вот тут вот крашеное. Дальше здесь у нас беда. Так, тут у нас рихтовалось, красилось, вот доверху, да, а здесь, а ну-ка. Она не міняна, виходить, була вмята і шпакльована. Зараз багато відео люди продають автомобілі перед перекупом. От я зараз покажу. Наприклад, він міряє фігак 150. Ну, начебто влаком збризнули, мало ли що, веточкою десь прицарапало. Отак от беремо, або сюди фігак соточка. Ну, начебто 50 мікрон небагато. І ніхто сюди не звертає увагу. Починаю далі, пілік 127 не фарбовано, 120 не фарбовано, все класно. Але по факту, ми розуміємо, що оця дверь міняна. А оця ж стойка, вона взагалі шпакльована. І коли отак показують по відео, люди приїжджають в натхненні, вау, який класний автомобіль, і ніхто не придає уваги, ніхто туди не дивиться. А це такий дуже скользкий і дуже важливий момент. Чому? Тому що це безпека. Вже завалена стойка, а можливо вона пілена, можливо ще щось. Роблять класно. І ось з точки зору, як зараз роблять відео, не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано, ніхто не звертає увагу, що треба хоча б подивитися на стойку. Сидіння у нас знімались вже, тобто, виходить, для ремонту стойку, скоріше всього, тут вот все воно, все болтається. Тут треба от ці сидіння чуть підзапілене, але не протерте, в принципі, кожа м'яка. Здесь хорошо, по рулю здесь, в принципі, неплохо. Здесь теж у нас от чуть похоже, что перешито, потому что вот ковырялась торпеда тут. И похоже, что стрелялась. Так. Здесь у нас 240, 199, 218. Передняя дверь у нас 838, 600, 600, 500, 600. Здесь у нас зазоры кривые, получается. Эта дверь у нас рихтованная. Зазор здесь больше, чем надо. И здесь вот у нас, конечно... Крыло у нас здесь типа крашеное, я так понимаю, его поменяли. 149, 156. Здесь у нас все не на месте. Здесь тоже не на месте все стоит. 126. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. То, что рассказывает, все правда? А я не знаю, что рассказывает. На самом деле там получается морда крашеная и вся левая сторона. Крышка багажника под вопросом, такое ощущение, что ее поменяли. В салоне все там обшивочки, понял, вот эти вот плафончики вверху. Они прям этим, отверткой прям, знаешь, зубилом вырубали их оттуда, вон там все болтается. Все. Мало того, я скажу, что там торпеда, скорее всего, не его. С
здесь у нас крыло получается, скорее всего, менено, потому что крашеное в этот в родной слой, типа. Но шагрени вообще нет, сполированная, она такая вся. Все крыло кругленькое. Бампер у нас вот здесь вот зазор мне не нравится. Отпадает накладка. Здесь вот все очень плохо. Дальше капот. Капот у нас, судя по шагрени, тоже мененный. 105, ну да, 97. Здесь у нас обзор неплохо. Радиаторы неплохо. Дальше капот у нас по торцу. Здесь видно, как он не прокрашенный слегка. Решетки у нас на месте. И с этой стороны у нас... Да. Не, нормально. Металлизирована шпаклевка. 111. Тут у нас зазор большой по бамперу. Крыло у нас, понятно, тут тоже. Металлизирована шпаклевка, це дуже добре. И так майже по всей машине. Отже, таке металізована шпакльовка. Ну, тобто, отак от дивися, ну, начебто все норм. Ми розуміємо, що тут проблема, типа, начебто по лівій стороні, але права також зашпакльована металізованою шпакльовкою. Тобто, якщо взяти звичайний прибор, ніхура не буде. Все буде нормально, все буде чики-бомбоні. Я просто проходив мімо, але глаз як зачепився і піпець. Вже 40 хвилин я стою біля цього автомобіля. Тут у нас капот, понятно, менялся, петли у нас рихтовались, следы рихтовки петель видны, остались. Но по кузову я, по крайней мере, не вижу здесь. Здесь у нас тоже от стакана, получается, отошел усилитель крыла, вот здесь вот разошелся герметик. Здесь у нас отломанный у нас кронштейн на фаре, фара паяная. Кронштейны вот эти тоже не ремонтированы и не покрашенные. Вот она облазит у нас краска, вот уже прям ногтями слущивается. Здесь отлично, здесь что-то паяли. Олово. Ничего не паяли тут по машине, не? Проводку, что-нибудь, ничего паял, не паял, конечно, паяли, потому что... Болячка. Падает напряжение, типа, ну, я понял, да, тут профайл. Ну, очень похоже на оригинальную, но здесь все не на месте. Фара перепаковывалась. Тут был удар усилитель крыла. И вот этот усилитель у нас сложился вниз. Из-за этого у нас вот разошелся герметик на креплении стакана. И с этой стороны петля якобы... Нет, тоже вот тут тоже ее равняли, стучали по ней. Клапанные крышки перепаковывались, видно, что перепаковывались. Здесь у нас звезды чистые, красивые, отложений никаких нет. Здесь все нормально. Под форсунками у нас запотевание идет, как обычно. И у нас тут, в принципе, ничего не течет такого серьезного. Компрессор тоже нормально. Ремни тут мененные, вроде бы заявлено. Да, похоже, мененные, гейтсовские. Дальше запотевает чуть клапанная крышка. Тут нормально. Тут тоже, здесь у нас тоже бачок разбирался. По бачку. Антифриз, в принципе, прозрачный. Но ну и без масляных пленок. Здесь, в принципе, естественный цвет. Здесь хорошо все. Так, давайте сейчас крышку поставлю пока. Пока будет, а сейчас будем читать. Мне было интересно посмотреть, насколько там реальный пи***. Я думаю, что нереальный. Он нереальный. Звучит классно, нереальный пи***. Не, я до того, что там плюс-минус не вот такие капот, не пропеллером. Чеки никакие не светятся, здесь все отрабатывает. Магнитофон у нас тоже работает, звук работает. Медиа нормально, телефон. Все работает, консоль у нас тоже, в принципе. Так, читаем наши компьютеры. А тобто ви вже знаєте, а вона вже прошита, да? А де її прошивали? У Владика на встежі. 410 сил, 900. Ну, це типа круто. А як вона поводить себе на там друга, третя передача, затягує обороти? Ну, я не можу дзвонити, тому що я на ZF до этого їздила, а если вона така коробка, тому я не можу. А нормальна коробка, вона адаптивна. Тобто, якщо... Ні, то, блядь, саме кончена коробка. Зато вона прямая, як угол дома. Ну, вона прямая, тупая, ну так. Да. А і на всякий случай родная прошивка у нього сохранилась, ну, в смысле, обратно верну. Я завжди сливаю. Все слито, і, пожалуйста, чек заїхав на оригінал безплатно, я копійки денег не заплатив, все откатили назад. А давно прошита, сколько она уже так ездит? Месяц уже. А в интеркулеры давно смотрели? Ну, в смысле, патрубок снимали? Да.
Течет масло, не? Ну, справа чуть потекало. Ну, как везде, блядь. Ну, нет машин с сухими пуками. Нет, ну, есть такое, что просто там он типа масляная пленка. А есть так, что вот... Не, ну, бывает. Главное успеет бежать, потому что пол ведра масла выливается. Хорошая машина, мне нравится. Патрубка у нас вытекла. Масло. И достаточно немало. Мало того, я скажу, что там торпеда, скорее всего, не его. Перешитая торпеда здесь. Подозрения подтвердились. Видно, что снимали торпеду, отсоединялась подушка безопасности. Менялась, наверное, скорее всего. Прощупывается? А, тут даже видно. А ты... Не, оно-то будет видно, я по вот этому и сначала. Под этим углом видно отлично. Просто. Что, и подшпаклевывали, да? Менялась здесь торпеда, значит, снимался усилитель, он не на месте находится, на своем, поэтому есть ощущение, что и доставалось хорошо. Ну, в принципе, это подтверждается там, косвенными признаками всеми. Ну, этой машине дали, короче, под задницу. Да, так по ней не скажешь, видишь, снималась. А, не, оно видно. Она на солнце видно, что она буграми такими, понял, пошла. Да. А торпеду где перетягивали или не знаешь? Я первый был Вуйка, вот, я третий хозяин по документам. Был Вуйка, так понимаю, который я привез, тернопольский. Потом я купил Андрюха, я этого чувака знаю. Он на ней отъездил с 20 тысяч. Да, и я вот у него ее купил. По мотору здесь приятно. Но по кузову она очень уставшая. Поэтому, ну, я хотя бы из-за вот этого уже не могу рекомендовать. Нет, так и да, я тикаться по мачу. Все стало зрозуміло, да? Я изначально не бачу просто. Угу. Я бачу, что она стреляна подушками вообще на ней. Ну, прям бачите полосами, когда тут клей остался, не раскатали. Мені якби то, що там вона десь там ржавчина, чи я розумію, що це машині є 11 років, то це не питання просто. Це автомобіль. І якщо там треба щось підкрасити, то розумію, да. Це не питання. Головна технічна частина це раз, але щоб нічого тотального не було, я з ним таки говорю. Оскільки виявилося, що це тотально. Так, подушка стріляла. Тут немає про що говорити далі. Да. Ну тоді. Тоді зараз йому скажемо. В принципе, все мы посмотрели. Ну, человек, подушки, стреляна, торпеда, поэтому я не хочет. Это вопрос цены или вопрос принципиальный? Принципов. А чему тоди добилась стреляной подушкой? Ну, я не бачу, я тебе зараз побачу. Не-не-не, я до того, что мы же по истории. Чи по истории не видно? Не, ничего нема, историю пробивали, ничего нет. Там просто авария написана. ДТП было, но не написано по подвеске. ДТП было, но там легкое пошкодження написано. Я бачу. Там точка, я ж звідти подивлюся. Точка на бампері тільки стоїть, бо я дивився. Ні, там не одне, і було декілька, і там не тільки на бампері тільки стоїть. Ні, ну всього питань немає. Вибір класно. Дякую за час. Все, да, бувайте. Да, щасливо. Тепер, повертаючись на початок відео, я дам відповіді, з чим треба миритися, чи не треба. От взяти цей випадок, людина розуміє, які недоліки є в цьому автомобілі. Да, він фарбований, нічого страшного, але тут була стріляна безпека, про це ніхто нічого не сказав, ми це з'ясували. Тут була заламана стойка. І ми ще не дивились цей автомобіль на підйомнику, тому що не треба. А взагалом, якщо ви розумієте, що цілісність кузова, вона порушення. Якщо не колеса матом стоять після того, як ви загнали на розвал. Якщо там нема безпеки, з цим миритися не треба. Навіть якщо автомобіль іде по низу ринка. Навіть якщо у нього дуже класний автомобіль і дуже класна коробка. Моя порада, звертайте увагу на дуже класний цілий кузов. Тому що цілий кузов – це ваша безпека. Двигун можна зробити швидко. Коробку можна зробити швидко, але кузов, що стосовно ремонту кузову, це, по-перше, завжди дуже дорого, дуже довго і в нашій державі це дуже ненадовго. Всі недоліки дуже часто вилазять після першої зими. Звісно, що роблять класно, але це коштує зовсім інших грошей. І я вас запевнюю, що цей автомобіль не буде продаватися по низу ринку. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.